Сегодня, 8 сентября, стартовала акция «Наш лес» под девизом «Посади свое дерево». И начало ей дал наш молодой и креативный губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, который не только посадил со своей семьей хвойное растение, но и выступил как видеооператор. Смотрите сами. Ну что, дорогие мои, дело сделано. Сосенку посадили. Это наша мама. Так, Ульян, давай, вешай табличку так, чтобы ее было видно. А мы ее крупно покажем. Это наша акция, наша программа. Посади свое дерево. Сейчас, мама, снимай нас с детьми. Да? Мы посадили свое дерево всей семьей. Я хочу передать эстафету всем жителям Подмосковья, всем главам городов, муниципалитетов, всем, кто неравнодушен. Это очень важная акция для лесов Подмосковья, для наших городов, которые мы очень любим. Я очень рассчитываю, что она станет традиционной, это мероприятие станет традиционным. И семьи с детьми будут сажать деревья, и таким образом мы восстановим наши леса. Леса, которые, как известно, пострадали от жука-короеда. Вот мы даем ему бой и обязательно одержим победу в этой борьбе. Посади свое дерево, мы передаем эстафету всем, кто неравнодушен. Удачи всем! Проект MoiClean.ru также поддерживает эту акцию и объявляет конкурс на самое креативное видео, где вы сажаете дерево. Только не стоит сажать их где попало, например, посреди проезжей части, у себя на балконе или в производственном цеху. Видео должно быть интересное, а главное искреннее, а также должно мотивировать других последовать вашему примеру.